Приветствую смотрящих, всем здорово. Сегодня в ролике вы увидите разные бусты и также какие бусты выгоднее делать за маленькие деньги, как я буду буститься дальше, потому что, ну, казалось бы, забустить эту свинью уже как-то, ну, вроде тяжеловато, да, есть что бустить, ну, как будто бы такое, да. Вот, поговорим насчет бустов, также разыграем 100к в этом ролике, и также в этом ролике будет новый розыгрыш на 100 миллионов, также по дефолту лайк, подписка из обязательного, и комментарий с вашим копирабельным никнеймом, и какой-нибудь вопросик, либо пожелание, либо еще что-либо, да. Вот, в этом видосе получается розыгрыш на 100к подведем и начнем новый. И также в честь марафона новичков, к которому мы чуть-чуть попозже подойдем, делаю в телеге опять розыгрыш на 2000 голды. Подписывайся на телегу, там вся актуальная информация. И, конечно же, сейчас я вам хочу показать наш прозрачный КБ с той целью, то, что если вы залетаете на сервер, я был бы рад видеть вас в нашем клане, потому что нам нужны активные игроки. Мы очень хорошо сейчас показываемся в PvP. У нас очень загиренный клан. Есть разные персонажи. То есть, ну, своим знакомым я там чаров в R8R даю, да. Некоторые люди забросили играть. И, соответственно, я им даю. И также нужны какие-то новые люди, кто сейчас будет залетать на марафон новичков. И сейчас на вашем экране покажутся разные скрины. Банальные. Вот я сегодня прям, сегодня можно даже каще почитать. Я стелы тут крафтил. Уже не почитаете. Увы, раздавал юани, сейчас прямо посмотрите, это все у вас будет на экране, сколько юани я раздал. Это еще не всем людям, тем, кто успел пока отписаться. Вот такие выдачи у нас в зависимости от вашего актива. Во многих кланах такого, ребята, нету, так что милости прошу вас с других кланов, с марафона новичков, вступайте к нам. Я вас научу ПВЕшить, ПВПшить, помогу, расскажу и так далее, у нас не скучно. Итак, по клану мы прошлись, давайте я вам покажу, что же такое за марафон новичков, о нем много кто говорит, он очень реально вкусный. Также у нас есть реферальная ссылочка, очень много у нас рефералов моих залетает на сервер, буду рад регистрации по реферальной ссылке. Очень сильно меня этим поддержите и замотивируете делать и больше классного контента. Вот сам марафон новичков, начинается он 17 января после нули, то есть 18 января в нули. Это все мы пропускаем, это задротом. Если вы задрот, вы сами зайдете, почитаете, это не для нас. Вот, самое интересное, гарантированная награда для всех игроков. 102 левел, 2 РБ, небо миражей, все. Это делается, если вы задрот за один, ладно, не один, я наврал, ладно. За 2 дня, максимум за 3. В первый день вы апаете сотку, во второй день обновляется УФ, апаете вторую сотку, и в третий апается третья сотка, также с обновленным УФ. Если вы фулл под пивас, максимум неделя. Ну это вообще потолок, я не знаю, это вообще фулл потолок. 5 дней дефолтный под пивас должен апать. 100 тысяч репутации, репутация набивается very легко. Фулл 10 пассивки, я прошу обратить внимание на фулл 10 пассивки, это too much, это пиздец. Живая кровь, сразу возьмете себе нужный скилл с ML, там свечку навара, я не знаю, что угодно, да, там на мага ледяной щиток и так далее. Крови 30, это тоже очень приятно. ТГД на 15 па для дальнейшего крафта в R8R оружия с 50% скидкой, тоже вас бустят, это очень охуенно. Ну эти кольца, ни разу их не юзал, в принципе мне все равно, шары. Странно, что нет 7-го шара, но 7-й шар стоит вот, банально. У нас в КБ можете 7-й шарик за 25-30 к выкупить, да, в зависимости от вашего актива. Очень дешево. Восьмерки, 6-й круг, камни 10-е, пожалуйста, шкатулочки с категории А или юбилейки. Ну, лучше возьмите юбилейки, да, из шопа еще одни дотяните и покупаете, и один РБ себе фулл делаете. Очень много коробочек с картой С, можете сразу фулл сет прокачать почти. Пилюльки, кайфанете, тоже прокачивайте себе чакры. Ну, резные печати это дефолт. Особо набор душ. О, подожди, дает за активацию по 3. Нихуя себе. А нам, по-моему, по 10 или по 5 дает. Бля, очень жирно, короче. Очень жирный набор душ. Нам, по-моему, по 5 или по 10 итемов дает за один, я не помню. Тут прям 30. Это очень too much. Особо талон новичка, скрафтер 8. А, вот. Особый талон новичка, R8R, фулл снаряга вы крафтите с 50% скидкой, то есть половину реса всего.
Так что марафон, ребят, очень жирный. Залетайте. Сейчас мы пройдемся немного по онлайну. Еще вам покажу, что. На БД также в моей телеге есть скрины онлайна. На БД по 450, там, 500 человек на БД. Это очень хороший результат до 2 месяцев. Для 2 месяцев. Сейчас пойдет уже скоро 3 месяц сервера. Противостояние очень хорошее. В анархию влились там опять, кто только не вливался. Сейчас будет интересный ГВГ. После, ну, скорее всего, они его проиграют, анархия. Вот, и в них влился Киома, топ-1 донатер со своей констой. Будет еще мега интереснее. Плюс у нас ГВГшки будут с инфлоу. Плюс додавим ультиму. Так что, ребята, нужны живые люди, свежая кровь в клан. Приглашаю вас. КБ вы видели. Поможем, оденем, расскажем, блять, дам твинов. Благо, что вы были активными, да? Вот, все будет у вас в шоколаде. Вроде бы по марафону, по клану вам рассказал, о всех розыгрышах я оповестил. Теперь можно пройтись по моему магу. Вообще, что мы имеем за мага? Это фул 2 по маг. Давайте я покажу каждую шмотку. Дабл вот инта. Ой, точнее, пени у меня есть. Вот такая приколюха есть. Шапочка на 2 па. Ну, короче, вот фул 2 па. Бежа минус 9 сам скрафтил. И такие вот колечки. Ну и пушечка. И трактат, и тайшанг, и ШВБ у меня 2 РБ где-то там есть, вот она. Вот, статы вот такие мы имеем на селфи. И ПЗ-сет. ПЗ-сетик. Вот такие дефовые статы, 43 ПЗ, и ТД, и ТП. ПЗ-пуха, в которую я планирую... Сейчас сразу пройдемся, что я хочу запулить себе в ПЗ-сете. ПЗ-камни в ПЗ-пуху вплавить. Вот такие вот камушки у меня в ПЗ-сете. Камни я красный глаз хочу заменить либо на лагеря, но они очень дорогие, вряд ли мне хватит на это денег, так как я немного фармлю. Фармить, кстати, начал нирвану, проходится она за 5-6 минут очень быстро, так что иногда пофармливаю. Вот такая шапка, жарами уже, да? Пегас. Пегас я буду менять на Вознесенку, сейчас мы как раз о ней поговорим. Очень дешевый буст и очень много дает. Сейчас как раз будут сундучки, да, месячные которые, да, с гарантированной наградой. И идеалки прямо упадут в цене. И себестоимость где-то вот, чтобы с пегаски, да, вознесенки, или как она там называется, около 150, 220, 200, там, 50 лямов в край, да. Сейчас я только вот плащ. Смотрите, он нам даст 400 сапры, уфу, по-моему, на один больше. Да, 400 сапры на один уфу больше, 2 ПЗ. Вот, и, соответственно, левел накидки там 16, тут 13, да? Больше ХП, больше МакДефа, больше УФУ, больше ПЗ. Очень вкусно, очень дешевый буст, и 100% я буду его делать. Также, буду сейчас, вот, как вы там видели, да, в ролике сейчас я делаю все стелы. Сделал чуть-чуть стел к сундучкам, я думаю, там фишки упадут в цене. Я их допокупаю, сейчас я где-то там купил... Наверное, процентов 30 СГД. Вот, 35. Скупил фишки, сколько они там были в цене. Коробка таинственных фишек. По 17 лямов поставил скуп. Там какой-то чел все занес скуп. Прям неожиданно там скуп хороший такой был. Сейчас можно чуть поменьше поставить. Но я уже жду сундучков. Не знаю, что-то хотел, думал, ажиотаж жесткий. Но какой-то чел там прям фулл скуп залил. Там был 15, 16, 17 лямов скуп. И что-то какой-то челикс прям в скуп 80 коробок с фишками захуярил. Довольно-таки жестко. Вот, и к чему я это показываю. Мы хотим сделать из 40 па вот такую вот ЦГДшку. Админы сделали крафт 40 па в ЦГД. Сначала, конечно, вам нужно будет сделать вот такую 50 па ЦГД. 75 стел. И потом улучшить ее за 50 стел вот в такую ЦГД. Я буду делать 7 меч мистика, потому что... У него более стабильная планка, плюс телосложение, у меня не будет сильно прыгать, так скакать ХП, и интеллект. Тоже, в принципе, плюс-минус нормально. Но я в основном беру из-за планки, и беру также из-за того, то, что не будет сильно скакать ХП. Вот, сделаем эту пушку, и, соответственно, у меня поднимется очень хорошо пение. И вот эту нижнюю биржу я продам, уже есть покупатели, и сделаю себе также радужку. Куплю, она будет стоить около миллиарда. И, соответственно, мы забустим себе на 24 где-то па, да, за счет ЦГД. И забустим еще на 8 па ПЗ с радужки. Это там около 30 с чем-то показателя атаки мы забустим в сундучки себе. Вот. Также, наверное, чуть планка поднимется. Не знаю, не смотрел, не сравнивал, не суть. И еще хотел показать
радужку, да? Что нам радужка даст? Она также и в ПЗ-сет пойдет, эту биржу придется выкинуть. Показываю вам. Вот, она дает 3 крита, 8 ПА, 8 ПЗ, БД и сапры 300. То есть очень вкусная вещица. Буду ее делать. И гравировку, соответственно, на ней мы тоже будем вешать пиздатую, потому что она свапаться не будет. Вот это вот накидка. Какая накидка? А вот пояс, да. За 250 будем вешать граву. Ну, выбивать тут желательно 330 защиты или что-нибудь такое. Грава нужна прям сочная сюда будет. Вот, по планам, как вы уже поняли, это пушка, это радужка и ПЗ-накидка. И если деньги останутся, камни на физу, лагеря точно нет. Есть камни на физу, сейчас покажу, как они выглядят. Ну и суммарные бусты пуха где-то 1,3 миллиарда. Пуха 1,3 миллиарда, радужка 4. Ну и все остальное так по мелочи, там, не знаю, 1,5 миллиона. Вот, сейчас покажу. Ну на пух у меня уже гораздо меньше осталось. У меня тут в комке все потихоньку покупается, кстати. А у меня денег много. Ладно, чеки уберу. Вот, у меня еще восьмерки тут продаются. Я прям, ну, застимулировали админы пофармить меня, когда ввели вот эту СГД. Мы прям сразу же пошли в 4.2 фармить. Потом я начал нирвану ночами фармить. Поточился удачно и так далее. Ну, еще подписчики, конечно, забустили нормально. Подарками разными. Так, и что-то я вам хотел показать. Хотел показать, как вот. Вот я эту штучку буду делать. Она 220 физи дает. То есть физа у меня прям апнется существенно. На 100 с чем-то, да, получается? Да, на соточку получается 400... 800... 1200 физдеф. Это прям что-то колоссальное. Вот буду покупать эти камни и впуливать их также в шмот. Надеюсь, не будут дорого стоить. Вот, по планам, в принципе, вот такие у меня бусты. Будем ждать также арены Авроры. Надеюсь, все-таки, блядь, завезут эту арену уже под сундуки. И жестко пофанимся. Вроде один плюс у нас есть. Это АИ, реприска. То есть так у нас будет Сикер, Маг и Прист. Посмотрим, что из этого получится. Так что, ребятки, кто досмотрел до конца, обязательно ставьте лайк, подписочку. Там колокольчик туда-сюда. И залетайте на Марик. Кстати, забыл сказать про реферальную ссылочку. Также у нас есть реферальная ссылочка. Очень много у нас рефералов моих залетает на сервер. Буду рад регистрации по реферальной ссылке. Очень сильно меня этим поддержите и замотивируете делать и больше классного контента. Всем пока. Встретимся с вами на сервере Алюр ПВ.